Так, ну что, всем привет. Сегодня будет новенькое видео с моим скутером. Но сегодня у меня видео в честь 5000 подписчиков. Поэтому я немного поотвечаю на вопросы. Ну, точнее, короче, видео будет больше разговорным. Поэтому вы подписывайтесь, ставьте лайки. Сейчас я доеду до одного места, так сказать, с которого все началось. И уже начну все вам рассказывать. Вот. Ну все, едем. Блин, скутер уже немного запылился. Я на нем уже практически неделю не ездил. Потому что сейчас как бы не очень тепло. Да и школа там, и все такое. Кстати, на улице у нас сейчас, я не знаю точно сколько, но я посмотрю и скажу вам. Просто сейчас я не смогу посмотреть, я еду тут. Все, хорошо, что он не сюда. Я еду вот сюда. Так, что тут машин нету. Температуре перегреть двигатель, мне кажется, что будет очень сложно. Потому что вот я сейчас еду, и меня продувает. То есть. Сейчас посмотрим, какая температура на улице. Так, ну что, мы уже подъезжаем к тому месту, на котором я снимал первое свое видео. Так, ну что, короче, вот здесь было снято где-то вот в этом месте первое мое видео с обзором на мой скутер. Можете, кстати, зайти посмотреть.
это видео. И так, глушендило. На тот момент у меня было примерно 300 подписчиков. И когда я выложил первое видео вот с этой дио, у меня набралось за день 100 просмотров. То есть раньше у меня за день там набиралось на предыдущих видео по 50 вроде просмотров, где-то так. И 100, может быть, за неделю набиралось. А вот сейчас, ну точнее вот год назад, даже уже больше года назад я выложил видео, но набралось 100 просмотров за день. И с того момента я начал снимать вам покатушки, там оффроуд. Ну, в основном были, конечно же, покатушечки, как и сейчас. Вот. А сейчас у меня уже 5000 подписчиков. Сразу же говорю всем спасибо. Всем, кто меня смотрит, подписывается, ставит лайки, досматривает видео до конца. Вот всем вам огромное спасибо. И попрошу вас досмотреть это видео тоже до конца. Ну, потому что все-таки юбилейное видео в честь 5000 подписчиков. Вот. Также сейчас отвечу на многие вопросы, которые мне задают. И в том числе о доходе с YouTube. Вот. Еще спасибо всем, кто меня поздравил с 5000 подписчиков, потому что в YouTube немного там полетели комментарии с поздравлениями. Всем вам спасибо. Вот, ну и сейчас уже начну отвечать на вопросы. Так, вот у меня сейчас на канале 5019 подписчиков. Вообще четко. Так, и заходим в комментарии. Так, ну вот, опять же, вот, первый вопрос. Это не зарабатываешь с YouTube еще? Ну, то есть, зарабатываю ли я с YouTube? Я вам скажу так. Сейчас я еще ни разу не выводил деньги с YouTube, но за последние там 3-4 месяца я уже заработал $100 для вывода. И, скорее всего, если там все получится, то я выведу эти деньги где-то в 20-х числах октября. Но это, конечно же, я вам все засниму и все вам покажу. Но там будет небольшая сумма, где-то 7-8 тысяч рублей. Поэтому небольшая будет сумма. Вот, это первый вопрос. Я думаю, на него многие хотели, чтобы я ответил. Вот. Следующий вопрос. Сколько кубов скутера? Опять вопрос, в предыдущем видео вроде бы отвечал, у меня 65 кубиков. СЕЕшка, поршневая. Нормальная, кстати, поршневая. Вот, смотрите, сейчас, кстати, попробуем с руки завести. Если с руки заводится, то значит все окей. Ага, смотрите, какая компрессия. Во! То есть, все с компрессией нормально, я даже в первый раз не смог провернуть двигатель. Все окей с поршневой. Будут ли видео с Максом? Я так понимаю, Макс — это Максим Житков. Ну, сейчас, как минимум, первая причина, почему не будет с ним видео, потому что он живет в Украине, я живу в России. Ну и, во-вторых, это далеко друг от друга. Ну, может, когда-нибудь через лет 5, может, встретимся. Вот. Так, следующий вопрос. Угу. Вот, поздравляю, поздравляю, тут писали пацаны. Всем опять же спасибо. Ну, короче. А, еще вот комментарий. А у тебя датчик бенза не работает. Ну да, у меня датчик бензина в последнее время вообще не работает. Но он как бы и не нужен, потому что я сейчас стараюсь всегда заливать полный бак бензина. Потому что это нормально. И всегда, если я заливаю полный бак, то я знаю, что я доеду от одной точки там до другой. Вот. Ну что, можно также немного рассказать о Дио, потому что у меня сейчас новенькие подписчики все равно прибавляются, и многие сейчас начнут, короче, им, я думаю, будет интересно услышать о моем скутере. Короче, вот скутер Honda Dio 27. Пробег у меня сейчас 5879. Ну, я не знаю, по какому это кругу. Ну, короче, по второму, по третьему, там, по десятому, не знаю. Вот так он в таком состоянии. Спереди у меня стоит вилочка масляная. Кстати, видео про нее есть на канале, поэтому можете зайти посмотреть, где я там тестировал. Короче, такая вот вилочка. Потом в нем у меня стоит 65 кубиков. Опять же, повторяюсь, СЕЕшка поршневая. Следующий вариатор ДЛХ спортивный. Ну и за счет всего вот этого она едет как бы 70. Ну, я знаю, что она может больше, но это там еще надо со сцеплением там поменять, например, его.
Можно еще редуктор разобрать, его там тоже все поменять. Потому что я уверен, что там уже износ нормальный. Так как в редуктор еще, по-моему, никто не лазил. Вообще, за сколько этот скутер существует за это время. Недавно менял еще воздушный фильтр, кстати, потому что у меня он на кочке просто отлетел. Все крепления вырвало. Короче, беда. Но сейчас вот стоит новый фильтр. 750 рублей вот стоил. До сих пор тут ничего не стерлось. А еще номер у меня, короче, вот стоит японский. Заказывал его в Бьюшопе, кстати. Сейчас там нету этих номеров. Но, блин, прикольный. Мне кажется, что вид с этим номером вообще четкий. Вот. Также у меня проделаны дырки в трубе, потому что у меня там в трубе перегородки отвалились. То есть все дребезжит там. И из-за этого у меня там иногда закрывается, и, короче, выхлопные газы не проходят, и он начинает глохнуть. Еще сзади стоит сейчас диск черный, потому что у меня... у меня пробило ту камеру на яме, которая стояла с белым диском. И, короче, я поменял просто, в общем, колесо от 28-й дилы. Вот. Ну и так вроде бы все рассказал. Что тут? Ну, короче, давайте сейчас еще попробуем проехать вот туда, потому что надеюсь, что там речка уже упала, я смогу проехать. Так. Бернаут. Бернаут, дрифт на скутере, там все вот это. Ну, кстати, вот раньше я думал, что 5000 подписчиков это как-то вот такое большое число подписчиков, но сейчас, когда я уже как бы дошел до 5000, то я понимаю, что, ну, как бы это уже мало. И следующая у нас такая вот большая цель, это 10000 подписчиков. Потому что вот 5000 мы уже прошли, но 10000 я думаю, что будет где-то на следующий год. В этом году, я думаю, мы еще успеем набрать 6000. Ну, а 10 уже на следующий год будет. О, да, смотрите, короче, речка упала. А, там, походу, сейчас, короче, проверим. Если вы помните, я снимал тоже недавно видео, тут везде вода была. Сейчас вот остался только, походу, ручеек. Так, давайте вот тут проедем. Да, нифига, Дио, конечно, мощно. Я слетаю с ним. А, еще, короче, следующее видео. Я надеюсь, что оно вам зайдет, потому что я буду замерять разгон на своем скутере через приложение. Именно разгон там. Вроде там есть параметры 0.20, 0.50 км в час. Посмотрим, за сколько секунд она разгоняется. Конечно, жалко, что там нет вроде 0.60. Но хотя бы посмотрим 0.50. И также за сколько она проедет? 400, 800 метров. Ну, короче, я вам в следующем видео все это покажу, расскажу. Надеюсь, оно будет интересно. Мне самому интересно все это увидеть, посмотреть. Так, ну-ка. Я надеюсь, что никто не стырит мою дью. Немного, кстати, она сейчас еще грязная. Потому что... Ну, просто она немножко грязная. Вот. Так, что тут? Тут, короче, у нас речка течет. Вот. No. That's... That's good. They not hurt Herman. There. Well, all the wreckers in the world can't make me believe in vampires. Так, ну... Еще, кстати, хотел вас спросить, какие видео вы бы хотели вот сейчас видеть? Потому что как бы, ну, идеи заканчиваются для видосов. А вот прям сильно так однотипные, ну, мне самому неохота снимать, потому что, ну, это не так интересно. Поэтому, если у вас есть идеи для новых видео, пишите их в комментариях. Ну, вот следующее видео уже по-любому будет про разгончик. Да. Можно попробовать сюда съездить. Короче, вот приехал на речку.
6 5000 подписчиков. Нифига там закапывается диво, когда газ пол дают. Так, так, так. Где же нам поехать? Ну, поедем тут. Надеюсь, тут не такая прям грязь. Не, нормально. Ну-ка, это скользко? Да, такая нормальная грязь. Ну, кстати, а когда будет 10 тысяч подписчиков, я уже думаю, что я сделаю какой-нибудь конкурс. Возможно, там на деньги. Ну, скорее всего, на деньги. К тому времени я надеюсь, что я смогу заработать с Ютуба на конкурс деньги. И сделаю для вас конкурс. Все-таки вы же подписаны, смотрите. Так, ну-ка. Здесь я... Ой, здесь я ни разу не был. Нифига тут скользко. Давай, давай. Диво, вези. Тут просто даже зацепа вообще нету. Я даже если чуть-чуть газ даю, то она не цепляется. А, ну тут, короче, видно тот вот мост, на котором я был, на сломанном. Короче, место для рыбалочки. Так, сейчас главное назад нормально выехать. Я надеюсь, вы слышали, да, насколько Дио успела раскрутить двигатель. Тут вот мой след, как я сейчас... Причем тут я газ даже сильно не давал. Ну-ка, если прям вообще аккуратно, аккуратно. Ну все, короче, выехал. Да. Так, кстати, еще был один вопрос. Сейчас я, короче, найду его в Ютубе. Ну, на моем канале был вопрос. И вам отвечу, короче, на него. А, вот, короче, вопрос. Какие планы на грядущую зиму по контенту? Ну, этой зимой, ну, которая вот сейчас будет, я хочу... продолжать снимать про скутер, по катушке. Вот, буду, наверное, ездить где-нибудь по речке, короче. Поставлю кое-что на Дио, чтобы было как бы зимой немного полегче кататься. Но это вы уже все увидите попозже, все это снимать буду. Вот. Ну, короче, я ответил на этот вопрос. Все будет, короче, опять же, все про Дио. Ну, возможно, какие-нибудь подборки скутеров сделаю вторую часть. Но уже более такую... продвинутую. Так, и еще был вопрос про температуру воздуха. Вот сейчас смотрите, сейчас вот 12 градусов тепла. Смотрим, ночью минус один, в понедельник будет -3. Короче, уже понятно. Так, ну что, я надеюсь, вам понравилось это видео, вы поставили лайк, подписались на канал, поставили колокольчик. Кстати, не забываем ставить колокольчики, чтобы вы вовремя узнавали о видео. И также еще заходите в описание, потому что в описании я пишу много важного, так сказать. Поэтому не забывайте. Не забывайте заходить в описание, там, короче, вы поняли. Зайдите, сейчас посмотрите. Вот. Спасибо опять же всем за 5000 подписчиков. Идем к 10000. Ну и на этом я думаю, что надо уже заканчивать видео. Пишите в комментариях опять же еще свои вопросики. Буду в каждом видео стараться отвечать на различные вопросы. И всем удачи, всем пока. Спасибо всем за просмотр.